слишком жилистый. Слишком много мышц. Тихо. Что ты здесь делаешь? Спасаю этих людей. Сомневаюсь, марионетка миротворцев. Вас задушат ниточки, на которых вы висите, но занавес скоро упадет. А у нас нет ниточек. Он освободил нас. Что за хуйню ты несешь? Господин освободил наши тела и умы. Теперь мы видим, что каждый раз, убивая врага, получаем его силу. Ты можешь стать одним из нас или помереть здесь и сейчас. Почему вы нарушили мир? Сила, друг мой. Будучи свободными, мы обладаем силой. Безграничной мощью. Вальц, наш господин, наделил нас ей. Джек Мэтт и его марионетки, подвешенные на ниточках, против нас бессильны. Вы толпа ебанатов. Спасибо за предложение, но вы ебанутые. Ты не понимаешь. Убить его! Привет. Пока доходил до миссии, на которой мы сыграли игра, наткнулся на побочку. Достаточно занятно. Тут ренегаты, повение кидают. Да что ж вы, блин, подлавливаете меня стабильным. Нафиг. Стабильно подлавливает. Кончишься. И тут они мне такие заявляют, что они забирают силу, когда убивают врагов. Опыт, Жеш. Опыт. Ха. А миротворцев назвали марионетками. Типа ботов, что ли, получается. Так. Еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Блин, много. Так, 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 так. О, открыл. Получаю то опыт. Так, идем спасать. Помоги нам. Тяжело. О. Наверное, стоит улучшить отмычку до зомбатмычки. Спасибо. Мы этого не забудем. Сюда. Здесь тоже выход. Прием. Это Эйден. Твои друзья в безопасности. Спасибо, Эйден. Мы все перед тобой в долгу. Так, хорошо. Ух ты! Где это я?
О, медок. Ромашка. Лаванда. Еще ромашка. Так. Грибочки. Тоже хотите грибочки? Так, ладно, все. Ух, как хорошо прыгает, да? Так, как-то надо... Ох ты! Он здесь. Да нет, что? Так, и как сюда добраться? Забраться, добраться? Обнаружен контейнер с ингибиторами. Ингибиторы 9 метров. Интересно, ловкости, наверное, не хватит. Особо на одного не хватает для повышения уровня. О! Вход. Многофункциональные генераторы. Чтобы восстановить энергоснабжение, нужно подключить друг к другу правильные генераторы. Найдите работающий генератор, зеленый свет, напомните, заполните. Запомните его номер, например, один. Взаимодействовать с ним с помощью квадратика, чтобы начать тянуть кабель. А объекты, которые можно запитать от многофункциональных генераторов, помечаются одним из номеров или символов, встречающихся на работающем генераторе. Так, поехали. Нет питания. О как. А, Б. А можно сам в себя включить? Ну, допустим, А. Карасики. Так, значит, двойка. Значит, надо двойку искать. Единичка тут. Все. Не достает. Не докуда. Так, единичка тут. Двойка внизу.
Ладно, пошли на второй этаж. Закрыто. С. С. И тут С, и там С. А, вон что оно. Вон оно как. Мусорка. Все закрыто. Все закрыто. Ну, это не очень хорошо. Пульт управления. Так. Обнаружен контейнер с ингибиторами. А где же С? И где же один и два? И как это все соединить? Вот два. О. Так. Посмотрим. Так, это очень так интересно. Лабиринт. Надеюсь, это не выведет меня обратно. Нет, вроде нормально. Куда-то еще ниже залезли. Минус первый этаж. Так, с синими вещами. Придется немножко повыбрасывать. О, гитарный гриф. Забавненько. Только ничего мне это не дало. Надо же было, чтобы оно дало, а оно не дало. Практически ничего. Так, 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 так. Ну что, смотреть по стенам, что ли? Если вот так вот.
Б. Тут подключили. А, Б. Сокеты. Соединить, то есть никакого, в общем-то, выбора нет. Обнаружен контейнер с ингибиторами. Вон он, С. Один и С. Как туда только пробраться? То есть он через ту сторону. Так, ну с третьего этажа. О! О! Какая-то веревка. Веревка. О, и здесь. И здесь что-то хорошее. Так, где оно пошло, а? Что тут? Так, наверное, стоит прям вот тут и спуститься. Единичка. Обнаружен контейнер с ингибиторами. Единичка, вот она. Дотянет? Дотянет. Ну то и даже тут же свет есть. Ладно. Двойка. Тут где-то С была. Где я видел С? Ой. Запутался. Так. Обнаружен контейнер с ингибиторами. С. С, вот она, С. Так. Витамин С. Побежали. За ингибиторами. Занюхаем грибов. Ой, нажал на то. Такое ощущение, что не хватит дальности. Ого. Где-то тут. Вот он, С. 5 метров. Сложно. Обнаружен контейнер с ингибиторами.
Вот не все так просто. О, и двоечка тут. Двоечку мы знаем где. Ладно, надо двойку соединить. Двоечка. Блин, опасная двоечка. Вот для чего это все, видимо, сделано. А можно быстрее. Ой, жахнуло. Так. Единичка. Единичка. Ну, тут проще простого. Шпоньк. Лифт. Диспетчерская. Поехали. Так, ништяки, ништяки. Шарим, 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 шарим. Шарим, шарим. Шарим, пошарим. Здесь все. Обнаружен контейнер с ингибиторами. Ой, не заметил. Так, коллекции. 313. Неужели 3.14? Да, прокатило. Изучайте математику. Так, диспетчерская. Так, нет. Это было не очень.
Лифт. Лифт. Проще на лифте. Давай, сюда езжай. Интересно, из подвала вода откачалась. Вода откачалась. Так, и кому бы отдать? Бритва, мед, миротворцев. Прикольная тема. Или нет? Или подушки безопасности. Вот это вот хотелось бы получить. Ладно, давай. Вот так сделаем. Питание полностью изменит ситуацию. Кажется, они заболели. Что там с временем? Они не подпускают меня к себе. Так. Ух ты! Ух ты! Ух ты! Нормально нашел тут. Жалко, конечно, не ночью. Может, тут где-то может переночевать. Хотя огрести тоже не очень хочется. Тут просто рядом аномалия есть, которую можно было бы вскрыть. Но, скорее всего, меня эта аномалия вскроет. Рядом контейнер с ингибиторами. Вот как-то так. Обсерватория. Красиво. Луан, ты была права. Здесь одни руины. Луан? Майор Мэтт, это Эйден. Эйден, рад тебя слышать, сынок. Вы говорили, что можете помочь. Каким образом? Только не по рации. Приходи на корабль, в главный штаб. Я сам скоро туда приду. Хорошо. Примерно в этом месте у меня сглючило сохранение. Какого? Пора валить отсюда, Грег. Эй! Стойте! Что случилось? Не подходи! Эй! Что за пиздец здесь случился?
Нормально. Завершили сюжетное задание. Так, добро пожаловать на борт. Так, побежали. Медок. Так, перышки. Нет. Смола. Интересно, кстати, я думал, сок древесный собирают, а тут смола, оказывается. Как на вишне. Собирали в детстве смолу. Она по-другому выглядела и по-другому собирается. Вот интересно, вот сюда вот, Херакс. Ух ты. Народ, помните котов? Были такие? Зверюгам пряности не достает. Собаки лучше. Вы вообще видели котов? Они нас кинули. Не, они умные. Прячутся. До падения моя семья жила в правительственном жилье. В Хаунтфилде, в таком уродливом послевоенном здании. Я, мои родители и брат. Мне тогда было 16. Однажды мы вернулись домой, а на пороге нас ждал огромный черный кот. У него на шерстке было пятно, на луну похожее. Сидел на пороге так, будто это его дом. Надменное создание. Завидев нас, он зевнул, вытянул лапы и встал у двери. Мол, вы открывать собираетесь? Ага. Мама его погнала. Ага, мне бы такую бабу. Она бы и тебя погнала, старый ты хер. Заткни пасть и не перебивай. Ладно, господи. Следующим утром мы открыли дверь, а котейка тут как тут. Моментально прошмыгнул внутрь. Естественно, мама опять его погнала. Но после этого он появлялся каждый день. Каким-то образом кот оказывался в доме, хотя мы даже не открывали дверь. В итоге маман сдалась. Лунчик ее замучил. О, Лунчик. Лунчик. Милота. Врать не буду, он был немножко жутким. Появлялся из ниоткуда и неожиданно исчезал. Пялился на нас так, будто знал, о чем мы говорим. Когда началась пандемия, и в 23-м велико... Коты они такие. Сигал. Это как сигал? Стивен. Не прости, я тебя знаю. Мэтт? Ну ладно. Твоя остановка, друг. Да, моя остановка. Давай-ка улучши мне. Улучши-ка мне. А, ты что, не умеешь улучшать? Так. Бумстик. Стрелковое оружие. Ну, допустим, ладно, купим. С4. Редкие расходники. Взрывные стрелы. Деньги кончились. Ладно, у нас еще есть. Лед и жар. Лед и пламя. Эх, не хотел я. А, ну вот обычно я не буду покупать. Ужище. Так, вещи. Параплан. Мне надо улучшить параплан. Лучше мне параплан. Лучше мне параплан. Параплан. Интересная такая. Люблю вести дела с покупателями вроде тебя. Филидор надо, что ли, трулить, чтобы улучшить параплан. Поехали. А что у них вчера? Что тебе нужно? Стой!
Биомаркер. Опять ты. Не узнаешь меня? А, парень с приказом. Браво. Доложись, Мэйер. Командир еще не вернулся с операции. Мэтт часто выезжает на задания? Раньше да. Почти всегда на передовой. Всегда помогает людям. Вот поэтому я и стал миротворцем. Но в последнее время Мэтт сам не свой. Не знаю почему. Интересно. Он такой после нападения ренегатов в старом Велидоре. А теперь это чушь с отступлением. Не понимаю. Что бы там ни было, надеюсь, он скоро обратится к людям и разъяснит всю эту чушь с отступлением. Хм. У него свои причины. Глазки Какими строят, бы они ни были, невинные ли? Люди страдать не должны. Можешь пройти к Мэйер. Спасибо. Поймаем на воровстве, лишишься руки. Порядка не добиться без других законов. Голос у нее, конечно, не девчачий. Так, старый Велидор, там, то есть один из районов захватит сейчас ренегатами. Будешь называть меня капралом? Продолжишь буду. В том же духе, буду. Повысит еще раньше. А через два, кто из людей мясника распробовал человеческую плоть. Нормальное такое заявление. Где отдел доставки? Вот. Так, парни, людей, мы позаботимся похоже. О буфешках и вернемся на базу. Все нужно сделать хорошо, легко и быстро. Вперед! Французики, что ли? Хорошо, легко и быстро. Мы все сделаем, чтобы вас вооружить. Если нужно, вмешаемся. Если вы можете вмешаться, почему тогда ушли? Это херня. Разве твой отец не знаменитый герой войны? Он сейчас наверняка в гробу вертится. Следи за языком, гражданский. Время нынче суровое, сам знаешь. О, та девчонка из этого. Не стой здесь столбом. Зарубил глаза. А, ты. Ты был в закусочной. Я тоже тебя помню. Да, возможно. Это же ты там дрался. Наверное. Не напрягайся. Ты можешь за себя постоять. Я это уважаю. Эйден, верно? Командир велел ввести тебя в курс дела. Приветствую на миссии. Миссия? А что за миссия? Так называется этот самый корабль. Ну, это понятно. А в честь кого? Она сыграла ключевую роль в революции. Миссия должна была доставить лекарства, маски и прочие припасы и вернуться домой. Но дома уже не стало. Экипажу некуда было возвращаться. А что сейчас? Сейчас здесь командный центр и штаб миротворцев. Отсюда поступают все приказы. Умно. Ее легче защищать, чем здание. Точно. Чего хотят эти выжившие? Ты о той небольшой стычке? Они хотят того же, что и все. Безопасности. И это понятно. Но нам приходится учитывать все обстоятельства. И меня бесит, когда люди упоминают моего отца. А кто твой отец? Сейчас побесим. Не хочу на тебя давить, но... Что там с твоим отцом? Опять. Ну, раз уж ты новенький, кратко тебе расскажу. Все по классике. Спас своих подчиненных и пару штатских. Получил медаль. И давно? Очень давно. Люди тогда еще воевали только друг с другом, а не друг с другом и с зараженными разом. Это из-за него ты пошла в армию? В общем, да. Он гордился тобой, да? Да. Почему нет? О, где мать? На операции. Что-то нашел в старом Велидоре. Придется ждать. Ох, видишь, сейчас доступ? Узнают все. Ой, сейчас узнают все приколы. Хочешь немного подзаработать? Мы ох, щедрые. Сейчас будет жесть какая-то. Блять, это майор Мэтт. Что-то случилось. В сторону! С дороги, он истекает кровью! Лечим, 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 лечим. Черт, Айдар правда очень плох. Отнесите его в лазарет и врачей туда! Айтар, нужно его спасти! Отлично. Держись, Айтар, мы тебя не отлично. Бросим. Ты понял? Живее. Да, отметили его жестко. Надеюсь, Айтар выживет. Мы многих потеряли в старом Велидоре. Джек приложит все силы, чтобы найти виновного.
А я чё, я ничего? Это все. Это все вальц. Узнаю твою форму. О, ты же из гильдии курьеров, да? Верно. Хочешь отправить сообщение? Нет. Хочу получить информацию, а не отправить. Тогда я не могу помочь. Да, знаю. А твой босс сможет помочь? Глава нашей гильдии? Дрискл? Возможно, не знаю. У него есть полномочия, но это должен быть какой-то особый случай. Моя цель вполне подходит под особый случай. Можешь поговорить с Дрисклом, но особо ни на что не рассчитывай. К этому я уже привык. Где его найти? В нашем штабе на Даунтаун Курт. В станции метро под тем же названием. Угу. Ты узнаешь ее, когда увидишь. Курт, и как Кобейн. Думаю, тоже. Ага. Хорошо. Спасибо. У нас вообще есть шанс в этой войне? Да нет, конечно. Я ваш единственный шанс. Эйден, не стой там, иди сюда. Да я как бы вот. Знаешь, что это? Этот кастет принадлежал командиру Лукасу. А потом перешел к Кайтеру. То, что произошло в старом Велидоре, может случиться снова. Мы должны спасти город, Эйден. От заразы, от мясника и его людей. Что бы они ни задумали. Хорошо. Но по рации ты сказал, что у тебя есть информация. Да, но сначала... Скажи мне, Эйден, зачем тебе эта база данных? Что там? Так. Интересная развилка. Честным быть? Или уклониться? Давай так, что ли, попробую. Это личное. Пока закроем тему. Я понимаю. Хорошо. Пусть пока так. Я позвал тебя, так как узнал, что несколько ученых ВГМ прячутся в городе. Мы выследили одного из них прямо перед нападением ренегатов. Многообещающе. Найдем одного, выясним, что он знает. Если не будет толку, найдем другого. А потом следующего, пока ты не получишь ответы. Почему бывшие ученые ВГМ прячутся? Они боятся гнева людей. Их ненавидят за то, что ВГМ распространила инфекцию. Так это правда? Что ВГМ занесла вирус? А кто же еще? Они проводили эксперименты в своих центрах. И привезли его в контейнерах из Харана. Ночью, втайне от правительства. А затем все рухнуло. В отместку люди ловили ученых и вешали их на фонарях. И убили единственных, кто мог найти лекарство. Эйден, лекарства нет и не будет. Это пропаганда ВГМ. Да ладно, ну, биомаркеры же сделали. Хорошо. Что хочешь взамен? А ты как думаешь? Возможно, то, что нужно нам обоим. В городе снова есть свет. Ренегаты наступают. Впервые после окончания войны они напали на наши посты в центре. Но и для нас открылись новые возможности. Благодаря электричеству мы сможем использовать самую большую антенну в центре. На шпиле башни VNC. Надумал победить мясника с помощью радио? В некотором роде. Сигнал позволит мне охватить куда больше людей. Связь между поселениями улучшится, и мы сможем привлечь больше новобранцев. И тогда будет легче найти нужных тебе ученых ВГМ. Я все сделаю, но где гарантии, что потом ты поможешь мне? Ты мне не доверяешь, Эйден? Нет. Я в этом городе недавно, но уже понял, что люди часто не выполняют свои обещания. Если мы не найдем ученых ВГМ, я обещаю, что поймаю для тебя вальца. Ты работаешь с Луан. Уверен, вы тоже его ищете. Ладно, я в деле. Хорошо. Мясник напал на нас не просто так. Я хочу сделать этот город безопасным.
любой ценой. Нет любой ч... Лю... нет любой цены. Цена может слишком дорогой быть. Что с вами, сэр? Мейер изложит тебе наш план. Зайди к ней, как только сможешь. И еще, Эйден, не нужно называть меня сэр. Для друзей я Джек. Ладно, Джек. Докопаться, что ли? Джек. Эйден, тебе чего? Что за кашель? Что за кашель? Ничего. Думаю, я узнал все, что нужно. Тогда удачи. Что за кашель? Поймаем на воровстве, лишишься руки. Порядка не добиться без строгих законов. Сегодня не слишком уже. Походу, никто не торопится. Капрал, я не могла ему отказать. Где Айтер? Айтер. Сколько еще терпеть? Может, сам Айтер. Интересно, был бы ты таким оптимистом, оказавшись на моем месте? Может, это само пройдет? Нет, я не позволю какой-то травнице лечить моего мужа. А диплом врача у тебя есть, чтобы бегать к шарлатанам за чудо-снадобьями? Послушайте, у нас нет лекарств. Одни только травы. Мой муж сражался за вас много лет. Вы должны достать для него лекарства, а не травы, которые его отравят. Дети, нам пора. Как он? Айтер сильный, но ему нужны лекарства, а их, к сожалению, у нас нет. Мы надо сделали помочь. Все, что могли. Под влиянием химикатов некоторые растения приобрели лечебные свойства. Они действуют как антибиотики, но среди местных у целителей плохая репутация. Их нельзя винить. Целители дают разумные советы, но бывает трудно им следовать. Что-то забыли, собрали не ту траву или ошиблись с дозировкой, и вместо лекарства получается яд, что бывало очень часто. Потому что если кто-то напутает с рецептом, это может убить. Верно. Но достаточно запомнить инструкции целителя и следовать им. Моя знакомая талантлива. Она последняя надежда Айтера. А что с его женой? Сивири трудно преодолеть. Маргарет помогла многим людям, но не все готовы это признать. Ну давай, надо помочь. Ты окажешь нам услугу. То, что случилось в старом Велидоре, ужасно. Мы потеряли многих. Насколько знаю, Айтер — единственный свидетель. То есть, если он умрет, мы не узнаем, что произошло? Точно. Где мне найти целителя? На острове Калверт. И да, Маргарет можно доверять. Интересно. Не, ну, в принципе, тут вины нет никакой. Мне пришлось это сделать. Потому что реально это пройдоха был найден. Хотя с другой стороны можно было по-другому поступить. И сюда. И не вырубать электричество. Даже не знаю. Ну, я думаю, помочь надо этому. Интересно, конечно, какие будут последствия. Сделай что-нибудь полезное. Мэтт сказал зайти к тебе. Да, он сказал отдать тебе это. Маленькая награда за помощь миротворцам. Уэф фонарик. Он тебе пригодится. Спасибо. Он что-то говорил про план. Телебашня. Теперь, когда зажегся свет, мы используем антенну для призыва к мобилизации. Но сначала нужно попасть наверх. А это долгий путь. Что ты хочешь знать? Расскажи мне о радиостанции на телебашне. Это самое высокое здание в Велидоре. Когда-то она была символом величия города. Ныне она символ его упадка.
О чем это ты? Эта антенна сможет вновь объединить город. Но кто знает, что ждет того, кто захочет вновь ее подключить? Явно ничего хорошего. Именно. Спасительный маяк и смертельная ловушка. Да, надеемся, в этот раз все будет иначе. Хотим осветить ее уфэшками. Почему там так опасно? Похоже, внутри гнездо летунов. Крупнейшая темная зона в округе. Как-то бегуны пытались ее зачистить. Хотели использовать антенну, чтобы объединить всех выживших. Дать людям надежду. Но они так и не смогли подобраться к антенне. Как итог, все бегуны уничтожены. Уничтожены? Все бегуны до единого? Фрэнк остался. Дело вот в чем. Фрэнк все точно спланировал. Но чтобы все получилось, нужны были все. Все бегуны. Но он не сработал. Но некоторые были не согласны. Фрэнк надеялся, что они подоспеют вовремя, но... некоторые так и не пришли. План провалился. Это было ужасно. Тем, кто той ночью по рации слышал крики бегунов, до сих пор снятся кошмары. Что случилось с группой, которая отказалась пойти? Распалась. Все разбежались. Тот, кто их возглавлял, был объявлен предателем. С тех пор бегуны превратились в позорное воспоминание. Хватит окунаться в прошлое. Прямо сейчас нас ждут важные дела. Ладно. Вперед. Лампы на месте? Нет, если бы Хуан из снабжения хоть раз выполнил свою работу. А он не выполнил? Вот уже несколько дней он играет со мной в прятки и опаздывает. Бесит меня. Так что найди Хуана и узнай, в чем дело. А когда найдешь, устрой ему взбучку. Скажи это от меня. Надеюсь, фонарик тебе пригодится. У нас вообще есть шанс в этой войне. На этой ультрафиолетовой ноте. Вы получили УФ-фонарь. Он позволит вам отгонять и ослаблять всех зараженных, особенно разносчиков и прыгунов. Чтобы использовать УФ-фонарь, возьмите его, нажав крестовину влево, а затем удерживайте L2. Следите за зарядом фонаря, когда он достигнет нуля, вам придется подождать его восстановления. Светите на зараженных УФ-светом, пока они не упадут. На несколько секунд они станут уязвимы. Используйте эту возможность и нападайте. Полезная штука. Ладно, пока.